Всем салют, ребята! Вы на канале FIFA Time, и вы очень долго ждали этого выпуска, я знаю. Карьера за Степку Горобца. Так как вы знаете, что у меня пальчик подслетел немножечко, пришлось пересоздавать карьеру. Вот, поэтому где-то немножечко там несоответствие по голам, еще где-то такое будет проскакивать. Где-то несоответствие немножко по турнирной таблице, но я домотал до той даты, отыграл. Мы продолжаем с этой же даты дальше лупить. Ребятки, если вы хотите, чтобы эта карьера продолжалась, 200 лукасов грузите вниз, и эта карьера будет дальше идти. Поэтому не забывайте подписаться на канал, влепить палец вверх, ну а мы переходим к поединочкам. Давайте сейчас поймем все же, что происходит у нас. Единственный нюанс, это то, что мы в основе, вот, и мы будем просить трансфер, потому что здесь мы уже наигрались, ну, вдоволь в Мариуполе, поэтому следующий сезон мы продолжим уже в другом клубе, ребят. Я оставил голосование в вопросе, помню, вот, на ваших экранах сейчас. Мы остаемся в украинской премьер-лиге на один еще сезон, вот, но опять же, при условии, что нам придут предложения из украинских клубов. Если же их не поступит, тогда возможен переход в европейский какой-то клуб. Будем, короче говоря, смотреть. Итак, ребят, мы играем правого полузащитника. Ну, я надеюсь на то, что покажем достойную игру и сможем принести нашей команде победу. Помчали. Хорош, хорош здесь. И скидка, скидочка. Ну, как такое не проходит, а? Ну, а что, фланг никто не держит? Ну, давай, забивай. Не, хорош вратарь. Хороший проход. Степа, скидочка. Давай. Хорош, Степка, ассист. Туда его, в копилочку. Побеждаем мы. Не уверенно, конечно, но побеждаем. Опять же, благодаря пасу шикарному Степки Горобца мы вытягиваем эту катку. 7,2 оценка за матч. Ну, нормально, в принципе. Особенно то, что ассист на нашем счету. Ну, это плюс. Следующий матч мы на лавке. Победа Мариуполя над Колосом. Это хорошо. Поединочек против Карпат. Мы в основе. Ну, блин, это как бы неплохо. Ой, какой проход. Соло от Степы. Шикарнейший проход. Вообще просто пушка. О, проход. Еще один проход. Проход от Степки и пробить. Ух. Ой-ой-ой, опасно. Зажимаем Карпаты, мы на ихней половине. Ой, какой пас. И убрать. Хорош. И в дальний. Хорош. 2-0. Просто красавчик. Степа просто батенька. Неплохой проход. Здесь бы закрыть центр, чтобы не прошло. Удар поворотом проходит. Еще один раз. Проход. Такой же сам удар. Ух, тащит кипер. Вот это скидка шикарная. Ну и получи, называется. Да, так нельзя ошибаться. Давай, братик, давай. Убрать. Скидочка. Хорошо. Вот. Убрать. И пробить. Бум! Вот это пушка! Трешечка, туда ее. Побеждаем в этом поединочке. Хет-трик Степа ложит. Ну, это самый крутой поединочек, который был у Степки. Всего ударов 6, голов 3. Ну, реально очень-очень крутой матч получился для Степы. Международный товарищеский матч. Мы на запасе. 2-1, побеждаем. Так, поединочек против сборной Норвегии. Играем мы в основе. Вот таким вот составом играем. Нас используют на ЦАПе. Ну, я даже не знаю. Ну, ЦПшник, чистый ЦПшник. Я не знаю, попробуем? Попробуем на этой позиции. Сейчас узнаем, как это. Хорош, запускай. Отлично, выход 1-1. Ну, так как мы нормальные пацаны, мы не пожалеем. Вот так вот. Надо завоевывать уважение в своей команде. Мог, конечно, и сам забить, но отдал пас. Вот туда его. Опасненько Степа пробивал. Ой-ой-ой. Да. Вот так вот иногда и бывает. Ой-ой-ой-ой-ой, опасно. Хорош вратарь. Ой-ой-ой, поборолись, молодцы-то как. Провал по флангу. Центр и удар. И 1-2. Ну, еще один давай, провал.
Хорош. 3-1. 3-1 проигрываем мы сборной Норвегии, которая, ну, оказалась чуть-чуть сильнее, чем наша команда. Но ничего страшного, я думаю, что это только начало. В следующих поединочках сборной мы покажем более серьезные свои качества. Не смогли немножко, не вытащили. Ну, 7,6 оценка. Я считаю, это неплохо. Четвертьфинал Кубка Украины мы почему-то остаемся на банке. Ну, посмотрим. 2-2. Во вторном матче Кубка нас уже выпускают в основе. И надеюсь на то, что сегодня мы сможем пройти в полуфинал. Давайте посмотрим остальные пары. Дальше Ворскла проходит, Шахтер и Заря. Ну, поехали, надо выносить Карпаты. Поднаевшаяся вообще вся команда. Хорош, Степка. Давай напалмом, напалмом возьмем. Вот так. Хорош, скидка. И решить, хорош. Отлично, ассист. Давай, давай, давай. Отлично. Вот так вот, выкатил и решил. Хорош. Все, просто отлично. Степа красавчик. Просто чувствует эту игру. Давай, хорошо. Отлично, просто отлично. Я считаю, что после вот таких именно матчей есть желание идти куда-то в Европу. Побеждаем. 0-3, 2 ассиста плюс баночка в копилку залетает. Ну, я считаю, это круто, хотя мог забивать, в принципе. 9-0 оценка. Ну, мне кажется, да, действительно, чувствуется, что надо куда-то Степке уже двигаться. Вот, выходим в полуфинал Кубка. Заря попадается нам в полуфинале. Следующий поединочек у нас против Днепр-1. Нас выпускают в основе. Но, ребят, это уже в следующем выпуске. Я считаю, то, что в этом выпуске мы очень хорошо отыграли. Я предлагаю запросить трансфер и надеюсь на то, что по нам придут какие-то предложения, и мы уже там дальше будем разбираться. Потому что дальше в команде Мариуполь я не вижу смысла находиться. Вот. Поэтому, ребятки, не забывайте подписаться на канал, обязательно прожать пальчик вверх, обязательно написать годный комментарий. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как обычно, Илья. До новых встреч.